друзі, я вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами хвилюємось про розвиток дитини, лівшей та правшей. І у нас в студії практичний психолог дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олена Кітриш. Приєднуйтесь, друзі, до нашої розмови. Єлена Прекрасна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень-очень-очень рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо. Сегодня, Елена, мы волнуемся про левшей и правшей, потому что это действительно очень большая проблема, как оказывается. Друзья мои, это очень большая проблема. Левши и правши. И в течение нашего прямого эфира вы сможете определить, кто вы на самом деле. Левши или правши, с помощью нашей прекрасной Елены. Елена, итак, будьте добры, почему сегодня так важен этот разговор о левшах и правшах? Ну, в первую очередь, потому что левши, они составляют меньшинство. Мы живем... Меньшинство человечества, меньшинство, да? Да, меньшинство человечества. Соотношение такое, 9 к 1. 9 правшей 9. И 1 левша. Да, от 5 до 13% левшей. Мы живем, почему я говорю мы, потому что я левша. Ага, вы левша, Елена. Да. И этот разговор именно для вас, он животрепещущий, да? Да, он мне очень близок, да, очень родной. Я много лет его изучала, и, конечно же, я хочу поделиться с телезрителями. Естественно, нам очень тяжело. И есть загадка для ученых. Они постоянно исследуют эту тему, было изучено 10 тысяч книг, и все равно они точно определить не могут, почему вот так природа распорядилась, да, что почему есть левши, пишут правой рукой, да, другие а есть левые. Правши. Вот казалось бы, у нас две руки, да, но одна ведущая, да, а одна вспомогательная рука. Вот, потому что за последние 90 лет левшей становится все больше и больше. Да, их увеличилось несколько раз. Вот, потому что левши до сих пор продолжают учиться по программам правшей, да, а у них очень много сложностей и очень много, они совершенно другие, совершенно другое восприятие, много достоинств и много сложностей. И мне хотелось бы вот немножко предыстории, что во все времена к левшам относились по-разному. Настороженно так, да? Очень часто пренебрежительно, да, и агрессивно, особенно в древние годы. В древние века относились вот агрессивно, пренебрежительно. Вот, потому что они не такие, как все. Они не такие. Их даже сжигали на кострах. Да, есть такие вот сведения, что сжигали на кострах, потому что их мало, они другие. Вот, и не могли разобраться. У них очень хорошая интуиция. Вот, как у левшей. У левшей, да, очень хорошая интуиция. Немножко оставили их в покое только в средние времена. В средние века, да, оставили немножко их в покое, начали относиться терпимо к левшам, вот, потому что мало писали, не могли, да, определить, да. И самое страшное время началось, это в эпоху Возрождения, в эпоху Ренессанса, Возрождения, потому что вышел кодекс человечества, что каждый воспитанный человек должен писать только правой рукой. Начались открываться школы, христианские школы, такие школы, и ребенок должен был только писать правой рукой. Для деток левшей делали специальные металлические протезы, одевали на ручку правую, чтобы они учились писать. Левую руку привязывали к туловищу. Просто пытки какие-то. Да, да. Не понимали, что это связано с физиологией ребенка, что это не своеволие, не капризы человека, ребенка, что это все-таки связано с мозгом ребенка. И вы знаете, ученые очень радуются той тенденции, что левшей все-таки сейчас больше, их не переучивают, потому что больше в мире будет открытий в спорте, в науке, много левшей именно из гении. Елена, а вот скажите, пожалуйста, если левшей меньше, чем правшей, как вы сейчас упомянули, из 9, 9 правшей, 1 левша, а есть ли какая-то статистика по поводу великих левшей? Да, да, Анеточка, есть. Давайте начнем вот с древних времен. Римский император Тиберий.
полководцы, политики Александр Македонский, Наполеон, Жанна д'Арк, ну, Адольф Гитлер, пусть он там негативный, но все-таки он, этот Альберт Эйнштейн, мы очень много, Бах, потом Жанна д'Арк, я вот сейчас вспоминаю, да, Марк Твен, очень много артистов, да, в Голливуде, вот Сильвестр Сталлоне, Мерлин Монро, Мадонна. Можно сказать, что вот левши, вот вы перечисляете людей, это очень, не только великие полководцы, но я думаю, что даже великий полководец, если он не будет творческим человеком, он не сможет быть великим полководцем. Да. То есть в первую очередь левши – это очень творческие люди. Одаренные, очень творческие и одаренные люди. Вот президенты в Америке, да, Билл Клинтон, Барак Обама, Джордж Буш и многие другие были тоже левшами. Это говорит о многом. Вот, вы знаете, у левшей совершенно по-другому работает мозг. Да, вот если взять различия в интеллектуальной сфере, как работает мозг. Мозг по своей природе, он какой? Симметричен, да? Казалось бы, два полушария, правое и левое, они симметричны, как будто работают одинаково, но они работают по-разному. Совершенно по-разному, асимметрично. Если симметрия – это гармония, да, асимметрия – это дисбаланс. Как работает у левши и правши? У правши работает левое полушарие, левое. Асимметрично. Угу. Левое полушарие, значит, работает правая рука, правая нога, правое ухо, глаз. Вот. У левшей как работает? Правое полушарие, да? Доминирующее. Доминирующее правое, асимметрия. И вот левая рука, левая нога, левая. Вот есть методики, если хотите, мы можем провести. Да. Вот давайте, друзья мои, сейчас во время прямого нашего эфира мы с вами очень волнуемся, но мы попробуем с помощью Елениных методик определить, кто правша, кто левша. Может, кто-то из вас скрытый левша, скрытый гений, господа. Ну вот давайте вместе со мной. Похлопали в ладошки. Вот так, Жанеточка, похлопали. Смотрите, Хлопаем, у вас, у меня левая рука сверху, у вас правая. Да, ну я классический возьмите, правша. Да, берите вот так вот ручки в замочек. Смотрите, у меня левая рука сверху, да, пальчик, у вас правая. Положите ручку на ручку. Вот, смотрите, поднимайте руку. Вот, видите, у меня сразу автоматически левая рука. Сделайте вот так вот, быстренько. Угу, видите, какая рука? Вот. Конечно. И также телезрители пусть сделают. Потом можно взять за ушко. Быстро. Да, вот так взяли за ушко. Смотрите. Можно их оттопырить, телезрители. Вот, скрутили листик бумаги, представили и приложили к глазу. Видите, ведущая у меня. Вот, да, и сразу вы куда? А я к левой стороне. Еще можно уже окончательно левша или правша, это по ноге. Если футбол, да, вот как будто зафутболили мячик, вот сделайте так. Естественно. У вас правая пошла правая. Нога, у меня пошла левая. Вот, если ребенок проходит вот эти простые, да, простые методики, а вот еще ручки можно вот так, тоже мы видим, поза Наполеона. Да, вот у меня сверху левая рука. Вот это говорит о том, что я чистая левша, а вы чистая правша. Вот. И но вот это так, не мешает нам сидеть вместе это, в эфире, общаться, правда? Это не мешает, да, действительно, это не мешает. Но есть особенности, потому что мозг левши, он воспринимает информацию, как бы дробит ее на части. Вот получает информацию и дробит его на части, ее на части. У них больше аналитическое мышление у правшей, больше вот такое вот анализ у правшей, именно аналитическое и дробит на части, а у левшей мышление целостное, воспринимает картину мира целостно, именно через не дробит на части, и поэтому у левшей мышление, мозг работает инновационно, но медленно, пока оно, да, причина, следствие, все это разберет, у левшей работает быстро, схватил картину мира, да, мы даже по-другому воспринимаем мир, чем правши. А вот как вы лично воспринимаете мир? Ну, вы знаете, у левшей достаточно много трудностей. Достаточно много трудностей. Мы, как оказываемся, Алиса в Зазеркалье, знаете, и не только я, 600 миллионов в мире
левшей, и они каждый день просыпаются и оказываются как в зазеркалье, потому что много трудностей, да. Мы открываем дверь правой рукой, в мире праворуких мы живем, и постоянно испытываем вот этот декстрастресс праворуких людей. Для вас удобно, да, вы раз открыли дверь, а нам нужно напрячься, у меня ведущая рука левая. Мы микроволновку каждый день открываешь правой рукой, машину вводим, да, рычаг справа. Ну, все приспособлено всё, к праворуким. Все приспособлено, да, именно для правшей. Вот, поэтому левшам достаточно сложно. И ну, должны это понимать педагоги, должны это понимать родители, что это не своеволие ребенка, что это не каприз ребенка. Если ребенок берет ручку в левую руку, родители и педагоги должны присмотреться к этому ребенку, понять, что определить вот по этим методикам. Если ребенок левша, ни в коем случае нельзя ребенка переучивать. Елена, ну ведь мы сталкивались раньше в школах, если никого не интересовало, левша ты или правша, все пишут правой рукой, значит, изволь писать правой рукой. Спасибо за такой вот вопрос. Смотрите, в 1980 году вышла первая статья в газете «Правда», если вы левша. Вот только тогда начали говорить о этих детях, о этих людях, что есть такая категория, и она не маленькая, да, 10%, но они есть. Но они люди, они составляют, да, общество. Начались конференции, симпозиумы среди педагогов, а в 1985 году только вышел указ, чтобы деток не переучивали, потому что это наносит огромную психологическую травму. У детей могут быть различные нарушения, не только вот неврозы, даже, да, не быть, только, да, в психической сфере, но и физической, потому что люди вмешиваются в тонкую организующую структуру мозга, да? Люди вмешиваются туда, куда им вмешиваться не следует. Нейробиологию, да, нейрофизиологию человека в мозг, в правое и левое полушарие, вот. И у ребенка могут начаться разные отклонения, да, расстройства психики, расстройства в физическом развитии, даже может замедлиться рост у ребенка, если переучивать левшу на правую ручку, может замедлиться рост, может начаться заикание, нервный тик, НРС, дневной и ночной. Детки левши очень впечатлительны, очень ранимы, очень творческие. Мышление у них, образ мышления эмоциональный. Они очень эмоциональны. Еще это очень добрые дети. Они настроены позитивно, добродушно. И если ребенок плачет, если ребенок жалуется, что мне сложно, родители должны услышать. Потому что они часто, ну вот, все пишут правой рукой, и ты должен, знаете, радует то, что педагоги уже знают об этом и не переучивают деток уж в школах, детских садах. Вот. А родители, к сожалению, еще вот была статистика, и 58% родителей хотят, чтобы ребенок писал левой рукой, да, если он левша, а еще 42% все-таки намерены переучить. И вот приходят таким вот негуманным методом, одевают варежку на ручку. И сейчас? И сейчас, да, родители одевают варежку на ручку, одевают носок на ручку. Вот. У детей ребенок пишет правой рукой, потому что так родители сказали, буквы, а не цифры, они как расплываются, ручка дрожит. Вот. Но он старается, он в напряжении, и были исследования. Ребенок пишет правой рукой, да, левша, он находится в сильном эмоциональном напряжении, у него повышается сердцебиение, и поэтому у них больше потом заболеваний, именно расстройств разных, и физических, и психических. Вот. Ну, такой пример, да, мальчик Гриша, вот, левша. Очень хороший мальчик, любил сочинять сказки, его готовили к школе, но только доходило дело до письма, ребенок плакал, капризничал, вот. Родители начали одевать ему, видя, что он берет в левую ручку. Но они начали одевать вот варежку на ручку, вот. У ребенка начались расстройства, его повели
к невропатологу. Невропатолог, да, невропатолог посмотрела, переубедила родителей, что это хороший невропатолог. Да, да, что угу. нужно ребенка оставить, вот принять таким, какой он есть. Он левша. И ему дали родители писать левой рукой. Вы знаете, до этого он отказывался всячески писать. Он не хотел, он только под давлением писал в сильном напряжении. И когда ему родители разрешили писать, он с удовольствием начал рисовать домики, машинки левой рукой. Левой ручкой, да. И этот ребенок прекрасно сейчас учится в школе. Еще такой случай. Ни в коем случае нельзя переучивать ребенка, если он уже левша, но его научили писать правой рукой, да. Ребенок поступил в школу, да, учительница жалуется, что ребенок невнимательный, неаккуратный, пишет некрасиво, вот. И начала замечать, что он берет ручку в левую, да, ручку. И говорит родителям: вы знаете, он, наверное, левша. А может пройти уже пару месяцев. И он уже научился писать правой рукой. Он уже научился писать правой рукой. Угу. Вот. И родители решают переучить, опять же, ребенка на левую руку. Этого тоже делать нельзя. Обратное переучивание ребенка, вот, даже если он левша, навязанное правшеству, оно может быть сильнее врожденного левшевства. Вот, и может образоваться пищевой спазм. Пищевой спазм. Когда у ребенка отказывает работать и левая, и правая рука. Да, дрожь в руке образуется, вот такой спазм. Ребенок это не может... серьезно, Елена. Да, да, это все очень серьезно. И ребенок становится капризным, он отказывается писать и правой, и левой рукой, поэтому категорически запрещено. И вторичные реакции: вялость, неуверенность в себе, повышенная тревожность. Вот. Ну разве такого мы хотим? Нет, конечно. Своего... Елена, а вот смотрите, например, ребенок левша, но вовремя не распознали, он начал писать правой рукой, переучивать его нельзя. Но а что тогда делать, если он левша, а пишет правой рукой? Или просто к этому отпустить. Относиться спокойно, да? Да, пусть, если уже взял ребенок правую ручку. То есть уже ручку, не пытаться моделировать ситуацию. Нет, нет, переучивать ни в коем случае нельзя. Мы должны воспитывать ребенка психологически здоровым, радостным. Ребенок должен познать первые вот эти вот успехи, да, когда он приходит в школу, он хочет быть каким? Хорошим, хочет быть успешным. А вот это культурное давление, да, в школе, дома, пиши правой рукой, да, это давит на ребенка очень сильно. И он чувствует себя неуверенным, он чувствует себя неудачником. И это самое страшное, что может сформироваться у леворукого ребенка, так как я напомню, что они очень тревожные детки, очень чувствительные. Они очень... сами изначально заложена вот эта тревожность, да? Да, очень ранимы. У них ярко выражена интуиция, у деток левше, ярко выражена интуиция, а интуиция – это уже высшая форма мышления. Они совершенно своеобразны, и нужно это принимать. Нужно знать, что у ребенка есть определенные трудности. Он пишет левой ручкой, значит, его нужно посадить возле окошка, посадить его с левой стороны, чтобы никто ему не мешал писать. Положить тетрадку. Вот если правши между собой похожи, то каждая левша… Это она... индивидуальность. Она просто уникальна и индивидуальна. Каждая левша пишет по-другому. Если у правшей они держат ручку одинаково, то левши держат ручку, каждая левша держит по-своему, тетрадку ложит по-своему. У ребенка левши могут быть марания, могут быть каракули. Нельзя снижать оценку, это неправомерно. Должны знать, что ручка не должна мазаться, не должна, она должна быть такая быть суховатая, чтобы не оставалось вот этих следов и потеков, потому что он постоянно затирает за собой. Еще детки левши, они могут писать с ошибками. Вот им присуща вот такая дисграфия. Дисграфия, когда вот левое полушарие, оно у нас аналитическое, как мы сказали, и оно фонематические звуки анализирует.
Вот. А у левши образное, и оно может не анализировать вот эти звуки, и могут путать «э» и «е», там, да, «з», и разные вот цифры. Это тоже есть такое, и должны педагоги, и должны родители знать. Потом ребенок выпишется, придет время, вот эти созреет больше кора головного мозга, больше созреет полушария. Вы знаете, Эйнштейн, он тоже гений, сколько открытий он сделал. Он также левша, он до 4 лет не разговаривал, плохо учился в школе. Ему не давалась математика. Ему... Эйнштейну не давалась, да, математика, господа. Математика. Эйнштейну не давалась физика. Эйнштейну не давались древние языки. Эйнштейна выгнали из школы. Ему не дали доучиться. И это будущий гений, который открыл теорию относительности, да, вот. Поэтому левши поначалу, в начальных классах, они могут учиться хуже, чем остальные детки. Должны знать это педагоги, должны знать это родители. Но педагогам некогда, если честно, и они не виноваты в этом. Особо так приглядываться левша, правша, потому что учебный процесс требует идти постоянно вперед. Сейчас вот председатель Международной ассоциации левшей Дин Кэмпбелл. Есть ассоциация, конечно, левшей? Конечно, Международная ассоциация. Он вообще гневно вопрошает, почему левши должны жить в праворуком мире, где они заведомо уже не в равных так условиях. Так может быть, левшам построить свое государство, Елена? Да, не надо государство, но эту категорию воспринимать, не надо ими восхищаться, не надо их презирать. Ну, знаете, ну, воспринимать нужно, что им сложно в этом мире. Сложно в этом мире. Не надо сочувствовать, но больше внимания, мне кажется, где-то какие-то, возможно, методики разработать. Ну, сейчас уже я знаю, что есть и тетрадки специальные, слава богу, открываются магазины, в которых и ручки специально для деток есть, для левшей, и тетрадочки. И все, и это радует, потому что хоть как-то облегчить этим деткам обучение в школе. Елена, вот вы сказали, что левша может быть сначала несобранным ребенок, да, невнимательным. Это и родители переживают, что другие дети вон какие чудесные, их портфели у них в порядке, дети опрятные, а этот, ну что же, или это там девочка, мальчик, как им помочь? Хороший вопрос, потому что у деток нарушена, у левшей двигательная координация. Им каждое движение нужно отрабатывать до автоматизма, до автоматизма. Их нужно учить застилать постель, держать ложку, держать чашку, чистить зубы. Каждый раз, делая движение, то, что он делал вчера, если оно не доведено до автоматизма, он делает как будто первый раз. Если правшам легко, раз все сделал, у них эта координация более стойкая, более уравновешенная, то у левшей координация нарушена. И знать это. Им очень тяжело танцевать. Вот, потому что нужно запоминать движения. Вы знаете, я тоже как-то хотела уже в взрослом возрасте пойти научиться танцевать. Вот. Но я походила 2 недели и ушла, потому что не смогла. Все идут, все быстренько, им дается быстро, а мне дается это сложно. Вот. И нам каждое движение нужно отрабатывать до автоматизма. Левши могут быть немножко неуклюжими. Вот. Также принимать это не надо ругать, присматриваться к своему крохе, принимать его уникальность, принимать его непохожесть, поддерживать ребенка, хвалить нужно ребенка за малейшие успехи. Самое главное — не сформировать у ребенка негативное отношение к себе и негативное отношение к социуму, потому что ребенок левша потом воспринимает: ага, среда враждебная, меня не принимают таким, какой я есть, поэтому нужно принимать. То есть к левшам нужно относиться очень бережно. Бережно, мне бережно. Мне кажется, и бережно, и к левшам, наверное. Вообще к человеку, к ребенку относиться бережно. Каждому, да? Ребенку нужно относиться бережно и понимать левша, потому что есть сильно выраженные левши, есть слабо выраженные. А есть дети, которые пишут одновременно, одинаково и правой, и левой рукой. Да, да, есть и такие детки, они называются амбидекстеры.
вот, в которых равнозначно и левая, и правая ручка. Таких деток очень мало, но они есть. У них, вы знаете, левши со временем также становятся амбидекстерами. У них развивается и левая, и правая рука, потому что все приходится делать все равно приспособлено для правой руки. Да. Какая сложная жизнь левшей, Елена. Но в этой сложности и рождаются гении. Великие гении. Да, в трудностях куется победа. Да, Исаак Ньютон, вот Альберт Эйнштейн, они внесли особую, да, картину мира в науке. Вот художественную, потому что у левшей художественный тип мышления. Вот такая вот. Поэтому левшей нужно холить и лелеять. Друзья мои, сегодня у нас в гостях была Елена Китрыш, которая советует всем, ко всем относиться с любовью. Ну, а левшей, конечно, нужно беречь. Если вы левши, то это очень хорошо. Значит, вы, господа, гении. А зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.